Так, хочу переделать вот эти вот старые аккумуляторы с телефона, с радиотелефона. Короче, они уже не держат заряд, нифига. Вот на эти перепаять. Хотя паять нельзя, но если очень хочется, то можно попробовать. Тут вот все на точечной сварке. Сейчас будем курочить. Авось получится. Хорошо приварено. Так, вот эти бы снять бы. О, вот это оторвалось неплохо. Ну-ка. Отлично. Так, вторую. Склеенные между собой. Попробуем. Хотел купить шины, блин. Удалил с корзины. И все, больше не знаю, как их найти. Так, это пойдет. И это пойдет. Перемещаемся паять. Так, значит, купил, сходил пасту. Плюс паста. Паста канифольно-вазелиновая. Попробую, если паста не спаяется. Да, пахнет. Тогда буду кислотой. Кислотой-то уж точно спаяется. Так. На свой страх и риск буду паять.
Возможно, что-то и получится. Телефончику продлим жизнь еще. Правда, там уже кнопки плохо нажимаются. Но это другая история. Ну, по яйца. Даже слишком. Отдай, отдай, отдай. Даже классно. Котенок замучил меня. Что я делаю-то? Сбил меня. Есть. Есть. Ну что, я думаю, припаяем. Так, а тут-то что у нас? Ага, припаяем. Давай вот это положим. Так, тут еще бы припаять. На плюсовой контакт. На минусовой, вернее. Чё, припаяло. Припаялось. Главное паяльник нагреть хорошо. Так, плюсовой. Ага, мы вот сюда его припаяем. Чё это? Есть. Так. И минус. Протерли жало.
Все, выключаем. Выключаем паяльник. Главное хорошо прогреть, чтобы быстро паял. Ну и паяльничек, извините меня, рубль 83-го года. А сколько же он? 40 ватт. 40 ватт. Так что хорошая паста флюс. Так, ну вот спаял. Буду вставлять в этот телефон. Так, ну и что? Мы изменим. Так, ну осталось соединить его с базой. Значит, модель вот эта 26 920, и отсутствие переключения. Все, телефон гудит. Вот так вот починили. Ну как починили? Вот тоже старые аккумуляторы. Еще пригодятся. Аккумуляторы пойдут на вполне на садовые фонарики. Так, на ночь будет хватать. Ну все, ставим лайки, подписываемся на канал. Пока.